Да, привет. Что ты хочешь? Хочешь сливы кусочек? Ой-ой-ой, светит, светит в глаз, дал. Что такое случилось? А чего мы тут устроили? Ты сливы не любишь? Корок нет, любит, конечно. В компании все вкуснее, да? Да, может тебе киви хочешь? Давай. Киви, то конечно. Негодяй. На, чего? На, держи свой кусочек. Уронила половину. Хотел у нее киви забрать. Ну, правильно, да. Видишь, мои мартышки такие вредные. Сегодня у нас день хурминого воришки. Сегодня они все откусали все. Воруют хурму. Уже началась хурма. Мы все очень любим хурму. Хурма мягкая, и вот они ее бегают и обкусывают. То, что торчит. Верхний слой уже съели? Но да, то, у что животных там внизу... вообще праздник. Хурма, сливы, киви, все это дешево, все это так вкусненько. Ой, да, 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 что тут у нас? Что Женя тут даже у нас? Манго прикупил. Да. Но манго невкусная. Манго зеленоватая, да. Манго не очень. Наши чудесные подписчики принесли орехов, поэтому орехи у нас теперь в каждой миске орехи присутствуют. И сундук, и кедровый, и даже арахис, это все подписчики. И грецкий. А грецкий, да, надо Жако дать. Грецкий Жако тоже. Вот. Свекла. Ну и, естественно, такие более стандартные корма, которые я тут вчера смотался на рынок. Это спелые сливы, это хороший виноград, это киви целая гора, несколько надо ящиков. Надо срочно скормить крылатам. Да, киви очень мягкие, поэтому они действительно в основном для крыланов идут. Это вот, как мы сказали, хурма, это что-то еще, я уже запутался. А, груши, конечно, естественно, груши, яблоки. Райский сезон. Да, 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 сейчас все неплохо получилось, кормов различных очень много. А ты уже говорил, да, что Бублик уехал, у нас же было два красноруких тамарина, но оба мальчики. И мы собирались одного оставлять, Корока, вот, и Бублик уехал. А так как Корок остался сидеть один, и Гала у нас все время сидит одна бедная, мы решили, что они будут жить вместе. И они тоже решили, что это неплохо. Да. И тамарины, ну мы уже показывали, рассказывали, какие умные краснорукие тамарины. Грунок нам, конечно, так вот не выпустить погулять, очень сложно с ними договориться потом. Они глуповатые. У нас, да, и очень веселые, игривые, хотят носиться и в клетку потом не хотят заходить. А тамарины очень разумные создания, что вот краснорукие... И эдиповы оказались. Гала у нас не гуляла раньше так по помещению, но вместе с Короком стала гулять, и прям она такая умничка, она такая разумная. Заходит практически по команде, когда мы ее просим. Стала как Мася. Просто да. Мася же тоже у нас ходит по команде. Он сейчас там где-то, он пошел обедать. Он я пошел... ему поставил в клетку конечно еду, и он пошел есть. Он... Но сейчас придет вскоре. Он там у него... Тоже хурма, виноград, ему не до мелочей. Да, ему тут не до съемок, он занят. Все, у Жакошек готово, у карликов готово. Все, понес. А, ты несешь, ну давай, ты неси. Я могу вам показать, как мы. Ну да. Просто Марина режет, накладывает сегодня, я ношу. Миски мою и ношу. Ну, показываем, так показываем. Ну-ка. Ой! Мася, давай на Марину, не надо по мне прыгать, у меня камера в руках. Нет, он хочет сидеть на мне. Обезьян, я не знаю, как это вам показать сейчас. Вот так вот. Мася! Вот так пытаемся показать. Да, Масянька? Ну давай. О, сейчас, погнали, переворачиваемся. Папа Чу. Его зовут... Он всегда орет. Его зовут Ежи. И мы редко про него говорим, именно потому что снять его невозможно, он всегда орет, он такой. Пуся, наша хорошая девочка, ручная. Иди ко мне, Пусечка. Орешек. Не надо. Она когда сама сидит рядом, и все туда не шло. Мася пошел воровать у попугая. Нет, это попугайчик какой-то, не правда?
Давай, Кисочка, бери. Даже не пришла со мной погладиться. Что это? Кисочка, ты тяни. Ты тяни. Очень много черноплодки в этом году. Все в ожидании. Очень много черноплодки в этом году, и мы ее даем прямо на ветках. Животным интересно, попугаи еще кору грызут. Но, если честно, такое количество этой черноплодки, что она у нас прямо на ветках засыхает. И такое количество сладких фруктов они и так получают, потому что осень, что им не до черноплодки уже. С таким энтузиазмом Масина мисочка, да. Ему так понравилось, а теперь все засохло. Ай-яй-яй. Сушишь себя на пути? На зиму. Ук, иди сюда. Ой, Зоя, Мась. Мася, отстань. Снять, да он ко мне идет, господи, гаденыш. Ай! Пушистенький. Кто бы мне первые роли посмотрел? Мне кажется, что он стал более пушистый. Ставьте лайк или напишите в комментариях. Так, все. Давай мы заканчиваем. Сурикаты у нас мечутся уже. Ай! Сурки! Смотри, какие жирные! Да. А, кстати, давай-ка мы это самое, такой анонсик. Не, сурки сейчас не пойдут даже, видишь? Они не выходят сейчас, они перестали выходить. Да, и мне интересно. Выпускай, но они даже... Им это не нравится. Хотя бы тряпочку забрать. Ну, нет? Тряпочку забрать. Все. Нет, мы жирненькие, мы хорошие, мои дочки. Ой, мои щечки такие, мои щечки. Вот. Так, давай-ка поспойлерим, что ли, немножко. К нам на днях обратился первый канал, который хочет в передачу «Видали видео» или «Видео видали», мы не знаем, там про зверушек, наших, видимо, сурков. Или опоссума. Мы или опоссума, мы еще не решили, но мы уже договорились, что мы будем участвовать в съемках. Мы в прошлом году отказались от этого, в этом году нас сумели убедить. И в конце... октября у нас запланировано отлично. У нас запланированы съемки. Видали видео? Да, обязательно. То ли с сырками, то ли с Чарликом. Чарлик тоже хочет есть. Мы тоже еще караулим. Не знаем, кого. Караулишь дежулечка? Да, да. Дежуля. Все. Все, вот они настолько сейчас уже зажравшиеся, что они просто не хотят выходить. Они говорят, вы принесите нам сюда, поставьте орешков побольше, и сами можете идти кстати дальше. Кстати говоря, надо посмотреть по документам Чарлика, если я не ошибаюсь, то у него как раз в 20-х числах октября день рождения. С ума сойти. 20-х числах октября, 2 года, да. То есть он уже не просто старый, он уже невероятно старый. Он суперстар. Старый. Он не стар, он суперстар. Да. Ладно, работать. Смотри, все ждут. Не да не хотят они выходить. Я же тебе говорю, я последние две недели не могу их толком выманить отсюда. Они не хотят. Сурок зимовочный, сурок уже в море. Бака-жиробака. Жиробака, да. Помните, какие они были веселые после зимовки? Какие они были стройные. Мы тут смотрели эти видео. Они были как газели, они так бегали. А сейчас что это за колобки такие? Ой. Не, ну вот решили, что можно выйти, но не очень далеко. Так. Или кто-то кого-то вытолкнул, видимо, да. Просто из клетки. У нее так мило свисают со спины. Так, что там у нас такое? Ловка и грунта хочет обидеть Галу. А. Мася контролирует все, нельзя. Мася всегда, да. Если где-то крики, то Мася... Дай орешков. Арахисы, сразу же. Мои молочки пришли, привет, мои жиры. Сразу же арахисы. Не будем плавиться? Не будут плавиться мои жиры? Нет, да. А еще мы посмотрели видосики. Какие они были солнышки, когда были маленькие. Похожи то ли на сусликов, то ли на каких-то мышат просто. А толкались так же, как взрослые. Я сейчас ставлю этот видос. Смотрите, как это мило. Да. А Мася, если слышит где-то какой-то крик, он мгновенно бежит, мчится, и он меня очень защищает. Особенно если сурикаты начинают визжать по какому-то поводу, финьки, он тут же бежит и тут же на них кидается. Он такой защитник. Вот мой главный защитник в этом здании. Орешка, ты же, не дай бог, похудеешь. Кушай скорее. Надо поддерживать форму.
кушай, кушай. Ой, ты моя зайчка. Ты же моя хорошая. Ты будешь сырок жевать? Они стали еще такие черные, да? В сравнении с тем, что было раньше. Меняются с каждым месяцем. Интересно, когда они станут неизменны, когда они повзрослеют? Ну, вот. Встаешь ты ловко. Лала снова говорит, намекает на то, что мы ее не покормили. Ну, она права, потому что мы уже несколько минут идем всех докармливать. И все не придем. Гала, не обижайся. Гала, поверни лицо. Кушать, беги скорее, давай. Какая ты внучка, так хорошо знает свою кличку. Надо, чтобы нянчили, конечно. Да, на ручках надо, вот так. Хорошая, ты такая милая. Какая милая. Гулять? Ну чё? Воришка!